Всем привет, строка выходного дня. Выставил опалубку. Эту часть буду заливать сейчас. Вывел под батарею полностью все трубки. Простробил. Тяжело было загибать их, конечно. Надо было отверстия такие делать. Вот. 30 сантиметров отступил от края откоса оконного под батарею. 1,64 м окно у нас. Будем с этого расчета брать батареи. Ну, вот такие. Макаром у нас все подготовлено. Ну все, начинаем заливать эту часть. Кстати, самое главное не показал. Сярочка подсохла. Толщина нормальная. Вот, можно уже ходить. Вот здесь у нас уже стулья стоят. Кстати, удобно, прикольное место. Ну вот, вот так получилось. Вот наша опалубка. Ну все, подвод есть. К трубам можно все спокойно делать. Снимется, зальется дальше. Вот так. Подготовка уже идет. Ведра поставлены. Бетономешалка включается. И погнали вперед.